Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я являюсь сотрудником кафедры номер 81 физики микро- и наносистем НИЯУ МИФИ. Наша кафедра осуществляет подготовку по специальности электроника и наноэлектроника по направлению подготовки опто- и наноэлектроника и инженерии наносистем. Целью нашей программы является подготовка бакалавров, способных успешно работать в сфере деятельности, связанной с созданием приборов и методов для наноэлектроники и нанофотоники. Особенностью подготовки по программе является сочетание фундаментальной физико-математической и инженерной подготовки. Помимо базовых, в программу подготовки входят также курсы по защите информации, современным языкам и методам программирования, математическому моделированию физических процессов. Студенты кафедры уже с 3-4 курса включаются в научно-исследовательскую подготовку по самым передовым направлениям. Выпускники кафедры физики микро- и наносистем востребованы в передовых научных центрах нашей страны и за рубежом, в таких странах как Англия, Канада, Франция, а также востребованы в секторе высокотехнологического производства и коммерческих компаниях, которые занимаются разработкой и выпуском аналитического оборудования. С нетерпением ждем вас на нашей кафедре. Всю подробную информацию вы можете узнать на сайте Intel или приемной комиссии НИЯУ-МИФИ.